Так, ну вот мы прибили, получается, вот профиль, направляющий по всему периметру. Единственное, что я неправильно маленько показал в первой части, то есть я показал, что будет, то есть потолок вот такой, вот без вот этой, вот без гардины. То есть, а у нас он получается вот здесь как бы ниша еще, и здесь будет гардина. То есть, и начертил я вот так же, как первоначально было сделано. То есть, а у нас получается вот эта вот черта, она в принципе-то не нужна была. То есть, у нас вот он будет, потолок до сюда доходит, и здесь вот, вот так вот пойдет. Все, а вот в этой нише будет висеть потолочная гардина. Так, ну как профиль прибивается? В принципе, если кто-то не знает, могу показать. Получается, что перфоратор, бюбель, гвоздь 6 на 40 с шляпкой. То есть вот и бюбель, гвоздь. Перфоратор ставится на дробление со сверлением. То есть вот дробление, вот сверление. Так, ну и прибивается бур, тоже 6 на 6, шестерочный бур. Иди себе подальше, чтобы не терапать. Все, и прибивается. И приключивается. Дальше сейчас до сюда мы догоняем и прибиваем уже профиль, вот этот же 27 на 28 по вот этим вот верхним, по потолку, который начерчен.